Всем привет! Я очень рада приветствовать всех вас на моем YouTube-канале. Сегодня мы поговорим с вами об уходе за кожей. Сегодня я бы хотела вам рассказать, что новое — это хорошо забытое старое. Я хочу вам рассказать о моем возвращении к одной из моих самых любимых марок по уходу за кожей лица. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди у нас еще очень-очень много интересного. Итак, сегодня бы мне хотелось поговорить с вами о марке Dermalogica. Те, кто давно смотрит мой канал, знают, что марка Dermalogica является одной из моих самых любимых профессиональных марок по уходу за кожей. Марка Dermalogica — это американская марка. У нее совершенно потрясающая огромная линейка различных продуктов разной степени направленности, созданной для решения проблем и потребностей разных типов кожи. Мне очень нравится в марке Dermalogica линейка MediBag, которая создана как раз для решения проблем комбинированной и жирной кожи, а, как вы знаете, я являюсь счастливой обладательницей именно такого типа кожи. Моя недавняя поездка в Америку позволила мне достаточно активно обновить мои любимые продукты из марки Dermalogica, попробовать какие-то новые. Марку Dermalogica вы, конечно же, можете приобрести на территории России, вы можете заказать ее в некоторых интернет-магазинах, но, к сожалению, наценка на нее достаточно большая. В Америке данная марка тоже не дешевая, но все-таки в США покупать продукты Dermalogica выгоднее, тем более, что если вы заказываете их через сайт, там существуют скидки, в том числе и рождественские. Так, я почти все свои продукты Dermalogica купила именно в период рождественской скидки и получила еще ряд продуктов в качестве подарка. Итак, о каких-то из продуктах я уже рассказывала в видео, которое я снимала почти год назад, поэтому я сейчас буду повторяться, но я думаю, что ничего страшного, все равно данная информация будет полезна даже для тех, кто те мои видео смотрел, тем более, что часть продуктов я тогда не показывала и не рассказывала о них, я их смогла попробовать только сейчас. Итак, первый продукт, о котором бы мне хотелось рассказать, это моя совершенно потрясающая и давнишняя любовь, бесспорная, это один из бестселлеров марки Dermalogica. Он называется Gentle Cream Exfoliant. Это мой самый-самый любимый ever эксфолиант для лица. Данная туба в объеме 75 мл. Это достаточно сильный эксфолиант, это эксфолиант кислотный, в его составе около 5 или 6 различных кислот, в том числе и молочная, и салициловая кислота, также здесь содержатся энзимы папайи, различные масла и различные экстракты растений. Данный эксфолиант очень мягко, но при этом очень-очень эффективно удаляет все омертвевшие клеточки с вашей кожи, он совершенно потрясающе работает именно на жирной и на комбинированной коже. Я стараюсь им пользоваться раз 5-6 дней обязательно, я наношу его тонким слоем на все лицо, оставляю на 10 минут и дальше снимаю. Смываю, вернее, с помощью воды, с помощью либо влажного спонжика, либо с помощью влажных салфеток. Что хочется сказать про этот эксфолиант? В нем нет никаких абразивных частичек, он совершенно не травмирует вашу кожу, он действительно прекрасно-прекрасно и растворяет омертвевшие клеточки, и удаляет все загрязнение, всю грязь и бякость из ваших пор. Также он замечательно сужает ваши поры и, в принципе, работает на выравнивание тона, на выравнивание рельефа, прошу прощения, вашей кожи, вашего лица и на уменьшение количества себума, которое ваша кожа будет вырабатывать. А данный эксфолиант, у него вот такой вот носик-дозатор, через который сама субстанция, она вот такого вот нежно-розовенького приятного цвета, такой немножко глиняной консистенции, собственно, она у вас на личике застывает достаточно быстро, и вы потом все это смываете, наносить достаточно тонким слоем, не обязательно наносить толстый, толстый просто будет бессмысленный и бестолковый расход данного продукта. После использования данного продукта я очень рекомендую вам не забывать использовать солнцезащитные крема, то есть дневной крем обязательно должен быть у вас с SPF защитой, потому что в составе данного эксфолианта находятся кислоты, а как только вы начинаете работать с кислотами, вашим must-have'ом становится обязательно защита вашего лица от ультрафиолетовых лучей, дабы не допустить преждевременную пигментацию, потому что если вдруг вам посчастливится и у вас эта преждевременная пигментация появится, поверьте мне, бороться с ней очень-очень долго, муторно, самое главное, бессмысленно, потому что та пигментация, которая появилась, ее можно частично осветлить, но избавиться от нее уже совсем-совсем невозможно. Следующий продукт, он уже как раз из линейки MediBag Clearing, о нем я тоже уже рассказывала вам в предыдущем видео. Этот продукт называется Sebum Clearing
маск. Это маска для лица. В Dermalogica, по-моему, 5 или 6 различных масок. Я для себя выбираю вот эту вот на глиняной основе. Она как раз идеально подходит для обладателей комбинированной и жирной кожи лица. В ней содержится каолин, в ней содержится салициловая кислота. Она очень хорошо очищает ваши поры, она сужает их. Она работает на уменьшение выработки себума. Она достаточно активно подсушивает, поэтому я вам не советую с данной маской злоупотреблять. И если вам 20 и ваша кожа еще очень увлажненная, то вы ее можете использовать почаще, но если вам уже 30-35 и больше, то данную маску стоит использовать точно не чаще, чем один раз в неделю, один раз в 10 дней, просто потому что она будет пересушивать вашу кожу, а после 30 наша кожа и так становится суше, ей нужно очень активное увлажнение, поэтому маска отличная, но нужно ее очень правильно использовать, самое главное с ней не переусердствовать. Маска также в объеме 75 мл. В принципе, в Dermalogica есть профессиональные объемы и больше, но, честно говоря, вот таких вот стандартных, которые, как правило, у них есть везде в продаже, достаточно для домашнего применения, и хватает ее на очень-очень долго. Данную маску люблю, о данной маске, как я же сказала, я вам рассказывала в предыдущем видео, и с удовольствием сейчас к ней опять возвращаюсь. Еще один мой бесспорный любимчик от марки Dermalogica, это вот такая вот бутылочка, показываю, как пишется, это Overnight Clearing Gel. Это вот такая вот, как я уже сказала, бутылочка в объеме 50 мл с вот таким вот очень аккуратным носиком-дозатором, с помощью которого вы выдавливаете на пальчик ровно столько продукта, сколько вам нужно, и наносите потом это на свое лицо. Так вот, данное средство, это замечательное средство, опять же, оно из линейки Medibac Clearing для всех обладательниц комбинированной жирной кожи, также кожи склонной к акне. Это отличное универсальное средство для борьбы с прыщичками, для борьбы с какими-то высыпаниями и раздражениями на вашей коже. Я периодически наношу данный гель на все мое лицо на ночь, либо я иногда его наношу локально на те зоны, где у меня появились активные высыпания, даже в дневное время, для того, чтобы эти высыпания уменьшить и подсушить. В данном геле содержится масло чайного дерева, в данном геле содержится салициловая кислота. Он очень-очень классно работает с вашей кожей, он действительно отлично удаляет высыпания. В принципе, если вы вечером чувствуете, что как-то ваша кожа себя не очень ведет, может быть, там в связи с тем, что у вас месячные, либо какой-то стресс, либо еще какая-то другая причина, и вы явно недовольны состоянием вашей кожи, потому что она, возможно, очень сильно жирнится, возможно, на ней появились какие-то мелкие высыпания, которые вас не устраивают. Вот, достаточно нанести подобное средство на ваше лицо тонким слоем, поверх него ничего уже не нужно наносить, оно достаточно быстро впитывается, высыхает, и на утро вы будете обладательницей чистой, замечательной, гладкой кожи, которая вас будет радовать. Средство люблю, честно говоря, купила даже две баночки, потому что вот это вот одно из моих действительно любимых-любимых средств, и прям такое вот мое ИСОС-средство. Аналогов я пока вот данному средству от марки Dermalogica не нашла, в других марках как не искала, поэтому, собственно, две баночки уже купила. Как я же сказала, все продукты Dermalogica я нежно люблю за их качество. Более того, я их даже люблю не столько за качество, сколько за соотношение цены и качества, потому что у них совершенно потрясающие, очень классные составы, которые действительно работают. У них для этих составов достаточно недорогая, на мой взгляд, цена. Мне очень-очень нравятся их очень лаконичные, очень спокойные баночки. Они не тратятся на маркетинг, на какие-то очень сложные упаковки из стекла. И покупая продукт Dermalogica, вы платите не за упаковку, а вы платите за то самое волшебное содержимое, которое внутри и которое действительно работает. Поэтому, если вы являетесь, на данный момент уже являетесь поклонником марки Dermalogica, то я за вас очень рада, и вы одна из нас. Возможно, мои видео помогут вам открыть для себя какие-то новые продукты из этой марки. Если вы еще ни разу не пользовались продуктами марки Dermalogica, то я вам настоятельно рекомендую обратить ваше внимание на продукты данной марки, потому что они действительно очень-очень достойны. И если вы серьезно относитесь к состоянию вашей кожи и вы серьезно озадачены сохранением молодости вашей кожи, то без определенных продуктов от марки Dermalogica вам в этом вопросе не обойтись.